Добрый вечер. Я правильно стою, да? Слышно? Добрый вечер. Я смотрю, как была какая-то пословица, наши ряды жидеют, а жиды редеют. Все меньше и меньше народу. Ну ладно, нормально, все в порядке. Так оно и должно быть. Значит, я хочу тоже такую мини-презентацию книжки сделать. У меня вышла где-то месяца три назад в издательстве «Российский писатель» книга. Вот такая вот, называется «Снятие боли». И я из нее прочитаю несколько стихотворений, чтобы понять, что это за книга. Там есть разные стихи. Есть серьезные, есть малосерьезные, есть совсем несерьезные. Ну, как-то попытаюсь представить все, что там есть. А начну я с такого стихотворения. «Если воздух твердеет, а надо идти через ночь, при дыхании острые грани царапают горло, то никто не сумеет тебе в это время помочь. Постарайся так жить, даже если приперло. Пусть вокруг, как чаинки, кружится людской хоровод, и тебе нету места в налаженной кем-то программе. Ты поверь, что весь мир создан был для тебя одного. На мгновение замри и не жалуйся маме. Посмотри поспокойней, уже не скажу веселей. Ничего не закончено. И ничего не разбито. Это только вершится в магнитном объятии полей. Электронов полет по безумным орбитам. Это просто в крови двухвалентный бурлит кислород, порождая смятение и руша былые опоры. Если ты перейдешь через реку отчаяния вброд, то рассыплются в пыль лабиринтов твоих коридоры». Странный запах у горящего моста, запах слез, засохшей краски и сиротства. И не всякому доступно благородство не смотреть назад на прежние места. Закрути волчок, сольются пятна в круг, и уже не знаешь, что какого цвета. Непрерывное, безудержное лето оплавляет наши души, как недуг. Ты меня от бесприютности укрой, что не можешь, у самой шатает стены. Смрадный запах состоявшейся измены в едкий дым мостов мешается порой. Электричка убежит за косогор, душным ветром раздавая оплеухи. И останутся бессмысленные слухи, в плотный воздух заплетая свой узор. Необычно нуден птичий звукоряд, даже если вдруг подарит небо ливень. Только ветер нескончаем и надрывен, и мосты горят, 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 горят. Посвящение Александру Моисеевичу Городницкому. Александр Моисеевич, будьте вы мне здоровы, занимайтесь чем хочется, только болеть не след. Ведь на вас есть обязанность, вы нам храните слово. Если вы не удержитесь, смотришь, и слова нет. Мир меняется быстро, и рушатся ориентиры. Кто, куда и зачем, непонятно в большой кутерьме. На квартирный вопрос не найти ни ответ, ни квартиры. И на что нам квартира в деленной на клетки тюрьме? Александр Моисеевич, вы и не ждете, наверное, что затихнет пугающий, нечеловеческий вой, что над грязным туманом взлетят паруса Крузенштерна, защищая пространство над вашей головой. Трудно ждать чудес, ведь все говорит об обратном. Не скрипят тротуары, рассыпалась в крошки доска. Только будьте здоровы, твержу и твержу многократно. Только будьте здоровы. И в часы добавляю песка. Ни в городе Солда, ни в городе Ревда, ни в городе Тавда я не жил никогда. Зато в Париже жил, и в Барселоне жил, и в Лондоне, как мог, я вечности служил. Я видел снег и лед, дышал густой жарой, я видел облака над Лысою горой. Я шел по мостовой, вдоль башни угловой, где сам Христос стоял, поникнув головой. Я слышал рев толпы, познал безлюдья мрак. Я понял, друг порой опаснее, чем враг. Еще не пройден Крит, еще не познан Рим, и надо мной молчит ночной Иерусалим. Я чувствовал года, как камень и траву. Я знал, зачем живу, я знал, зачем живу. Видишь, вон там, за излученной самой кривой, в русле зажата река ускоряет течение.
Небо кончается сразу над желтой травой или над бурой, тут цвет не имеет значения. Что тогда значимо? Твой очарованный взгляд. Голос кондуктора тягостный, площадь восстания. Знаешь, железные камни в пространстве летят, чтобы сгореть, выполняя простые желания. Знаешь, минута нисколько не меньше, чем год. Это ошибка не верить подобному факту. Зоны меняются, время почти не идет. «Выбрось про зону», — сказал мне угрюмый редактор. Козыри вышли, но длится и длится игра. Хочется снова зайти в нескончаемый трафик. И продолжается жизнь, и святая пора. Время раздумий, прощения и эпитафий. Сентябрь. Никого с собою не беру. Захожу в сентябрь дорожкой узкою. Нити паутины на ветру, на пеньке бутылочка с закуской. Тут уж ни прибавить, ни отнять. Все слова сплошная околесица. Разлета в природе благодать. Вся природа на девятом месяце. Над рекой висит табачный дым. Да какой там дым? Туман недвижимый. Серый воздух, вставший от воды, угрожает листопаду рыжему. Рюмку запотевшую допью и налью восьмую, полон смелости. Я себя совсем не узнаю в этой желтизне и в этой серости. Вот он мир, возьми же и владей, где скрипит лисина хриплой ноткою, где вокруг спасибо нет людей, где лечу свои обиды водкою. Все, спокойно, хватит умирать. Кто от пустяков подобных бесится? Посмотри, какая благодать, вся природа на девятом месяце. Ох, не женское дело гитара. Кружит стая вокзальных ворон, бьет струя паровозного пара, и в тумане дощатый перрон. В катках пыль на засохших растениях, и гитара картиной в ато, словно шлюха лежит на коленях у мужчины в измятом пальто. Над ладами протерлась оплетка, и шестая струна дребезжит. Но как плачет опухшая тетка, если звук в тишине задрожит? Скорбно смотрит, согласно кивая, старушонка с корзиной пустой. Утро. Постук ритмичный трамвая. Трех аккордов молебен простой. Позабыв о приемке товара, округлила латошница взгляд. Ох, не женское дело гитара. Души женские дольше болят. Тут сегодня большая беседа была, я, правда, ее не застал, значит, по поводу Украины, значит, ЛНР, ДНР и всего там, что происходит. Вы знаете, у меня когда-то было стихотворение, когда самое начало было всего этого. Я просто свой выход предложил всей этой ситуации, которая, в общем-то, как сейчас я понимаю, безвыходна. Стихотворение называется «Застольное». Когда восстанет брат на брата, и небо полыхнет огнем, вот тут я выйду к ним. Ребята, давайте лучше-ка бухнем. Из буряков, да не проблема. Где сало, тут же накрошим. Под это мы обсудим тему, под это мы ее решим. Бутылок не бывает много. Кто пропускает? Ни один. Абрам, Микола и Серега. И к ним примкнувший Нуриддин. А помнишь, деды воевали? Ружье? Да кто на глухарей? Плесни, хохол, ведь ждать устали москаль, татарин и еврей. Мы вытрем корками посуду, уже не помня, в чем раздрай. И неврученными прибудут медали за Бахчисарай. Здесь будет вечер, будет дождь и будет звездопад. Здесь будет то, чего ты ждешь, чего коснуться рад. Нам это небо под залог вручили до среды. Иди, не покладая ног, оставь свои следы. Оставь зарубки о себе для тех, кто нынче мал. Понятно все в твоей судьбе, а ты не понимал, что под звездою Альтаир, а может Белатрикс, течет река в подземный мир и носит имя Стикс. Что там в бездонной глубине? Опять какой-то ад? Хоть знаю, истина в вине, но я не виноват. Я сам свой пастырь в пустоте и сам себе свой суд. И станет слышно в темноте, как тополя растут. Спотыкается дорога о холмы Иерусалима. Вот еще 4 шага, и откроется простор. Лабиринты старых улиц, запах дома, запах дыма, запах времени и боли, бесконечный разговор.
Я рожден вдали отсюда, там звучат другие речи. Погружался я в уныние, строил замки на песке, но и чувствовал всем телом, как величествен и вечен этот город, тек по жилам, бился пульсом на виске. Жаркий ветер крошит камни, небо низкое белесо, шелестят листвой оливы, пасторальнейший пейзаж. Каменистые поляны не беднее любого леса, и столетий груз тяжелый легче всех земных поклаж. Потому, сбивая ноги, мерно и неукротимо, через горы и долины, бедам всем наперекор, я иду туда, где льется свет живой Иерусалима, запах дыма, запах дома, бесконечный разговор. Ну, еще два стихотворения. Пусть на ошибках кто-то учится, но я себя не обвиню. Давайте, чтобы впредь не мучиться, я вас построчно сочиню. Сирень вокруг возникнет залпами, мелькнут стрижи на вираже. Давайте встретимся внезапно мы и не расстанемся уже. Меня ведь сразу не осудите за то, что ваш прославил лик. Давайте вы все время будете, не пропадая ни на миг. С собою так непросто справиться, особенно при свете дня. Давайте я вам буду нравиться, и вы полюбите меня. И закончить я хочу таким стихотворением. Называется оно «Виннету, вождь апачий». Я сегодня, пожалуй, в ударе и свою воплощаю мечту. Обучаю играть на гитаре молодого вождя Виннету. Он меня от души уважая, нот не знает себе на беду. Я упорно его приближаю к ми-мажору на первом ладу. От усердия он краснокожий, и струну тянет, как тетиву. Пусть гитара страдает, ну что же, завтра снова его позову. Покажу ему ключ я басовый, заберу за оплату меха. У него слух индейский, особый, не похожий на наши слуха. Пропоет он своим однодельцам про ручей у янтарной сосны. Будет признан великим умельцем, богом лета, зимы и весны. И сочтя, что всему научился, он на сцену пойдет, как в бреду. Чтоб от страха в момент обмочился добрый зритель в девятом ряду.